Администрация Уфы предлагает жителям города вместе создать совершенную транспортную систему. Для этого уфимцам нужно ответить на вопросы специальной анкеты. Ну а пока мы провели собственный опрос и выяснили пожелания уфимцев. Сделать какие-то развязки удобные, чтобы было поменьше пробок. Да вроде все нормально, вроде все строится, все нормально, слышишь? Побольше автобуса, чтобы был, наверное. Ну и проезд подешевле, а то они наглеют после 9 вечера особенно. Ну, дорог, конечно, больше надо. Может быть, как-то обдумать именно тротуары, как их сделать удобнее для пешеходов и для, допустим, велосипедистов побольше, потому что очень много велосипедистов стало в последнее время. Кассиров много добавлять надо в этих больших автобусах. Не справляются иногда. Иногда просто заходишь, а они не замечают. И как бы бесплатно проезжаешь там. Вести проезд, скажем, чтобы не по картам он был, как бы, я не знаю. Ну, чтобы не такая разница не было, чтобы как бы единый счет был. Ну, вот как, ну, 15 рублей, значит 15. Ну, карты же они бы срок же имеют. Поэтому, если ты не можешь, например, один месяц купить, поездить, второй месяц купишь, а она у тебя, может, как бы срок же выйти, и ты эти деньги у тебя сгорят. Как показал опрос, 56% наших респондентов есть, что предложить для улучшения транспортной структуры нашего города. 35% ответили, что их и так все устраивает. И 9% воздержались от ответа.